Дамы и господа, сегодня съемочка клипа. Вот, собственно, и повод побывать на природе, да? Как снимать клип. Вот так. На очень красивой природе. Ну что, друзья, сколько уже время? Почти 5 утра, у нас до сих пор съемка, и как всегда, в общем, финалочка, апогей всего, это опять у меня водные процедуры, омолаживающие. В октябре. Октябрьские водные процедуры. Днепр рулит, зато, короче, тут чисто, на удивление, водичка вообще кристально чистая, и, надеюсь, никакой холеры нема. Спа-центр Троещина действительно радует. Enjoy to us. Съемка окончена. Какие ваши впечатления? У меня нет слов. У всех нет слов. Мы просто пригрелись в тепленькой машинке. А мата поэтому... можно говорить? Мата можно. Скажем это так. Охуенно просто. Это было холодно. Это был самый сложный клип. Просто... Лепила пельмень. Потом ебашила танцы. Зажгла нахуй весь лес. А в конечном итоге выгуляла свой вареник в холодной воде. Ужас! Люди! А могилу выкопать? Яночка, повернись в кадр. Да. Все. Да. Мы закончили. Аллилуйя. Ура. Наконец-то.